eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, друзья, всем доброго времени суток. С вами StarLadder TV. Мы возвращаемся к нашим регулярным трансляциям онлайн-части 9 сезона Star серии. Именно так. И сегодня у нас первый и очень даже интересный матч. NIP против HellRaisers. У NIP все просто шикарно. Парни так, практически так, обеспечили себе выход надо на... Надо тебя перебить и зрителям рассказать о нашей маленькой небольшой проблеме, которая у нас тут сейчас приключилась. Супер важная. Ну, это супер важно, ребят. Поэтому если вдруг что-то случится и отвалится стрим, то вы не переживайте, на сервере поставится пауза. Я просто боюсь, что это все дело может сейчас просто взять и упасть. Игорь на самом деле жесткий параноик, и не переживайте, все будет отлично. Да, кстати, трансляция после этого матча внезапно накроется, где-то минут на 10, и у нас будет переустановка оборудования и программного обеспечения, потому что великолепная программа XSplit, за которую платишь деньги, короче, работает, как я не знаю. Короче, не суть дела, главное, это событие сегодняшнего дня. У HellRaisers последний шанс, это выиграть все оставшиеся матчи, чтобы пробиться на финалы 9 сезона Star серии. Для этого им надо просто сотворить невероятное. Обыграть команду NIP, обыграть команду Titan, обыграть команду LDLC, Clan Mystic и еще много других. И тем временем команда HellRaisers проигрывает свой сайдпик и остается играть за атаку. Вчера у них были в атаке огромные проблемы и... Наоборот, в защите были вчера огромные проблемы. 12-3 проиграли за дефис, HellRaisers. Да, да, все. Мозги, ты же смотрел этот мозги, матч. Мозги вскипели. Но проблемы были, в общем, в любом случае. И отрицать этого не стоит. Если вчера были кик, которые разыгрались, то сегодня NIP, которые уже в форме, уже разыграны. И им даже... ну вот у них праг был плотный, это точно известно. Я по стиму палил. И сейчас будут на максимум пытаться давить. Ну, для них вообще эта победа, по-моему, не решающая. Они уже вышли, ну, если я не ошибаюсь. Да, практически обеспечили себе выход на ван-финал, а вот HellRaisers надо попотеть. Ангел открывает счет фрагом в этом матче, забирает Гитрайта. Который это... решил зааркадить, но был моментально наказан. Ну, он, скорее всего, чекал и пытался подловить. Так, Фифларен тоже здесь попытался заваншотить, зареладился сразу. Ну, спалили здесь занятия дома у HellRaisers, и НИП уже готовы ждать... Не, готовы... давать инфу о том, что будет. Но мне кажется, что они зачитали главочку. Ты посмотри на карту. У НИПов вообще, они не парятся потери Гитрайта. Остаются контролировать пункты в связках 2-2. Кзист и Фрайберг взяли под контроль Б-пункт. Посмотри, Форес с Фифларном сейчас будут ковры дом. Идти, да, и попытаются забрать Ангела. И это не получается. Кирилл забирает Фореста. Фифларен... красным остается Фифларен. Чудом выживает Фифларен, но HellRaisers продолжает атаковать. Ангел на ноге. Нет, нет, не вышло, но... Фифларна задергали, все, ушел в пески, надо загонять, Ангел должен это сделать, ему помогает Дося, и они справляются, в принципе. Слушай, Ангел в ассист вышел, 2-1, почти 3 минуса делает капитан команды в пистолетном, и шведы пока ничего с этим не могут сделать. Кзист тоже попадает в фисне. О, ну тут вообще никаких комментариев. Изи катка, 5-0, пистолетка для команды HellRaisers. Изи каточка, изи... Ну, вот, по крайней мере, только в пистолетном. Первый раунд действительно был хорош. Хороший от Ашера. А чего не хватает Ашер обычно вот в матчах? Мы же с тобой обсуждали это. Им не хватает того, что они не берут пистолеты, не берут первые девайсы. И потом вообще хрен пойми чего, давай играть во второй половине. Вот да. Сейчас вот все... как раз сейчас, да, ты правильно ты говоришь. Все правильно сделали парни, взяли пистолетку и теперь могут набирать. Главное не ошибаться на эко. Есть первый минус, Адрен забирает Фрайберга на банане. Уже не дали реализовать опасный дигл. Есть Форест с диглом. Ну и как видим, в принципе, вся команда не купила вторые арморы, кроме Фореста. Он с первым.
Рейзером. Кефларен, ковры. Ой, 5-7. А вот это неприятно. Но упал Дося без девайса. Да, Дося отдает пистолет, и команда Hellraisers выдвигается на Б. Снова через ангела открывается. Да, быстро будут заходить, где есть готов принимать заходящих игроков команды Hellraisers. Ну и там смотрим, уже хелпа. 5-7 Гзиста пока что нам в этом раунде. Гзист! Два минуса. Жестко, жестко затаранил ангел с Маркелом. Ну вот парочка друзей остаются играть 2 в 3 в меньшинстве. И ангел отшивает Фифларна. Находит Фифларна. При том, что на Дали стрелял не этот чувак. Гидрайт пытается загнать Маркелова. Маркелов он оказывает спрой. Остается Линдберг. И вот этот Дигл может здесь наказать. Что надо Линдбергу, чтобы взять этот раунд? Ничего ему не надо. Он пули с Дигла. На самом деле надо было. Но Маркелов тут падал с одной, ну и... Тут Форест как-то, знаешь, вот, я не знаю, негативно сыграл. Понимал, что там за Б3 будут стоять, инфа же была. И все равно вышел, не смотрел в эту щелочку от Б3 и столба, и в итоге получил. В итоге получил. Но на самом деле проблемы не пусть создали. Команде Hellraisers забрали троих, при этом закупались под ноль. Ну и вот теперь уже фулл эко-раунде. Попытается еще навредить команде Hellraisers. Смотри, Гзис неугомонный. Снова купил пистолет, на этот раз чешка. Ну, у Доси тоже чешка. Кстати, вот Доси, слушай, наверное, будет АВП. Скорее всего, может даже... Ну, не у Доси, но 4-6-5-0. Ну, у него нормально остается на следующий раунд, если они этот берут, конечно же. Так, чешка досяна. Попытка отстрелить семерочку. Как видим, Гетрайт неплохо мансует. Ну и никакого экшена у нас пока нет. Ну, Гетрейч отдал позицию, Дося ждет, и второй выпад уже ему не дадут, наверное, сделать. Ну, вот Гидрайт на самом деле специально Досю разводит на открытие, понимает Дося, что там будет. У Дося остается всего лишь 9 патронов. Кстати, для СТЗ-шечки это за считанные секунды, он лишится всех патронов. И посмотри, пошел Фифларен по коврам поджимать, и Досю могут застать врасплох. Дося! Опача! Загнали Досю. Ошибочка. Загнали Досю. Маркелов здесь, конечно, бессилен. 15 открыто, в доме есть, 20-ка стоит, идти туда смысла нету, и будет выходить на Б, там Фрайберг. Но у него, слава богу, П-2000, и проблем может не доставить. Хотя позиция... Хотя на него не фокусят. Заняты пока что ребята хилпой. Смотрим, как сыграет Фрайберг. Ну, первый стал агрессию показывать. Ну и изи-каточка, в общем, в этом раунде для Hellraisers. Да, потеряв только Дося, Hellraisers дальше спокойно вроде бы разбираются. Падает еще ангел. Слушай, сегодня снег пойдет. Фифларен минус 2 на эко-раунде. При том, что на третьем, а не на втором. И без какого-либо... интересного девайса. Так, смотрим, вот деньги-то. Еще одна вот такая тенденция, которая отслеживается у команды NiP. Если жестко раздает Фифларен, то супергерой, а именно Форест и Гетрайт, в этот момент как-то блекнут на его фоне, и команда проигрывает матчи. Это, ну вот не знаю, мне хочется верить, что Hellraisers сегодня оставит себе шансы на проход. Ну, на самом деле, да, всем хочется, все понимают вообще ставку на лан-финал и выход. Это, конечно, такая штука, но, опять же, Hellraisers виноваты в своих результатах сами. В такой ситуации виноваты, опять же, сами, поэтому... Ну да, ничья с киками, поражение, вот, ну, правда, проиграли команде Virtus.pro в начале сезона. Это в тот момент, когда поляки были просто невероятно крутые. А вот у Hellraisers только начинал процесс становления команды. Но виноваты все равно сами, потому что надо тренироваться в межсезонье и что-то делать этим составом, а не надеяться на... топ-5 на очередном крупном турнире и автоинвайт на следующий. Этого мало. Просто мало. Так, посмотри, что происходит на карте. Адрен и Фрайберг. Вот такая дуэль у нас намечается на банане. Фрайберга оставляет вообще одного на Б-пленте. Ну и укрепление, логичное. И ну, если Адрену сейчас удастся зачекать эту позицию и разобраться с Фрайбергом, то, в принципе... Ну, Фрайберг очень потный тип, он вот он не будет сейчас выходить в дым. Да вообще, будет... посмотри, 35 секунд остается до конца этого раунда. У нас потный раунд, а не потный тип. Hellraisers очень хотят взять первый оружейный и для этого готовы идти на риск. И посмотри, рискует Кирилл Карасев, Ангел. Перестрелка с Форестом выиграна. Опенфраг ну, есть. Аплент пробили. Здесь просто трио пытается зайти сейчас на Б. Принимают двоек. Здесь выпадает с дыма. Кафель. Надо запирать. Фрайберг разменивает. 2-1. Егор Маркелов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ставит просто на морозе бомбу. 6 секунд. И Фрайберг его забирает. В общем, не просто тверды, как камни. Я не знаю. Хелпу не сдернули даже пробитием 15 и пробитием библиотеки. По-моему, у НиП сегодня игра точно до контакта. И точно перетяжек гибких не будет у парней. Ого, ну тут жесть. Вот двое стояли до последнего момента. Когда пятнашку пробили, вообще не повелись. Просто не повелись. Стальные нервы у шведов сегодня. Хотя у них вообще всегда были стальные нервы в матчах в интернете, уж тем более.
Да и то, что знают парни своего соперника, не понаслышке, а действительно уже очень много игр было сыграно между двумя этими коллективами, обеспечивают их отличной информацией о... Какими же раундами располагают их так, соперники? Вот, Ангел получил на минус 75 от Фрайберга, оба друг друга в щель чекали. И катушки, в принципе, не упали. Инфа прошла у Ашер, сейчас за ними решение. Ну, перетяжка, скорее всего, простая. Здесь выбора нету. Дом был под наблюдением, поэтому все, наверное, будут занимать главку. Ну, нужен минус. Вот если они сделают минус на, немножко посидят и добьют хотя бы второго, то шансы на то, что НИП начнут там перетягиваться, дергаться, париться, намного возрастают. А это тот самый стиль игры, который нужен HellRaisers, в первую очередь, чтобы реализовывать их стратегии и выходы. Тем более, то, что львиная доля раундов у них разводом играется. Это если судить по вчерашней игре с португальцами. Но португальцы — это португальцы, а вот НИП — это намного стальные парни. Так, ну и посмотри, пошел заход по пятерочке. Заходят на Фореста. Форест замечает Маркелова, спокойно с ним расправляется. Адриан моментально отвечает, убирают малые. Кучер пытается зайти, двадцатку, ковры открываются. Два игрока Дося в больших песках. Только Гетрайт может спасти сейчас команду НИП. Гетрайта по-прежнему не прочекали. Гетрайт... забирают Досю. Здесь забрал. Ситуация, бомба стоит на плинте. И два игрока будут отыгрываться 2 в 3 с плинта. Опасная ситуация для Ашер. Рангел минус. Гедрайт отлично видит 15. Спрей. Ну вообще супер. Улетает просто. Улетает команда НИП от двух игроков с плинта. При том, что Кучеру даже не дали выстрелить. 4-1. А вот вам и Кирилл Карасев. Вот та игра, которую мы ждали от капитана. Действительно видно, что капитан собрался на максимум. Покажи нам статистику, Игорек. И вот она... прямо на ваших экранах. Ангел за сыгранных 5 раундов уже с 10 фрагами. 2 ассиста, 3 MVP, 27 очей. Вот оно, желание пробиться на ван-финалы 9 сезона Star серии. Так, что же дальше? Надо брать еще один раунд. И вроде бы все к этому идет. У команды NIP сейчас экономически надо аккуратненько, без особого волнения, разобраться со сливающими игроками шведской команды и взять 5-й в атаке. Удастся ли это сделать команде HellRaisers? Вот пока что непонятно. Ну, скорее всего, больше да, чем нет, но все-таки волнение по-прежнему присутствует. Ну, ты посмотри, шведов, в принципе, на экономику с ними сыграли. О, вот это здесь интересно. На пятнашке закрепились ребятки. Да, и три игрока команды NIP делают укрепление на Б-плинте. Гетрайт и... кто же это? Это Варн на пятерочке и Форест Гзист. Вместе с Фрайбергом на Б-планете. Гидрайт в качестве табуретки в этом раунде. Друзья, редкое зрелище. Делаем скриншот. Вот никогда бы не подумал, что Фифларна наверх подсадят. Ну ладно, заслужил. Так, он же под теперь... раскидочку будут HellRaisers заходить на Б-планет. Адрен есть первый минус, забирает Фрайберга. Дальше надо расправиться с Форестом. Фореста зачекали. Ангел. Ой-ой-ой, как четко. Убирает деревяшку. Ну вот Гидрайт еще. Гидрайт хотел сейчас сделать выпад. Ну, HellRaisers на самом деле, если вот сейчас по игре, я готов сказать, что они, по-моему, готовы играть с НИП, и они готовились под них на сегодняшний день как минимум. Потому что реально префайр, вот эти вот все, да, чеки, позиции, они очень убедительно выглядят. Сразу понятно, что Ашер читают игру шведов и знают, где кто примерно будет занимать. Ну, вот она что, слушай, изи-бай. Изи-бай для НИП, у них всего очень мало. Всего очень мало. Действительно, ты прав. М4, А4. Две штуки. Forest Exist с этими девайсами. Фрайберг и Фифуарн с фамасами. И у Гетрайта МАК-7. Ну, вот такой вот нестандартный арсенал девайсов шведской команды может действительно застать Ашера врасплох. Юра, я титры починил. Молодец. Прям в режиме лайв. А это... что теперь все окей? Ну, нет. Но, по крайней мере, их в игре можно будет юзать. Это уже радует и... хоть социалки люди видеть будут. Ладно, смотрим Нибай и Фифларн сейчас. Слушай, посмотри, вот как Ашер просто продуктивно дом прошивают. Правда, Ангелу пришлось отдать. Гидрайт знает, что стоит на балконе Маркелов. И ну, как вот раз-таки так МАК-7 вот и сыграл свою роль. Правда, это третий минус в этом раунде от команды NIP. Упали до этого Марик и Кучер. Точнее, Ангел и Кучер. Ну и теперь Дося и Адрен. Вдвоем против пятерых будут пытаться пройти по банану. Ну и казаха здесь должны забирать без шансов. Ох, а вот он повелся сейчас на чекающего Фрайберг, на Гзиста, вернее. Подумал то, что никого нет на райте. И вот этот выход был заведомо ложным. Ну, то есть последний попилит, кого-то попробует, может быть, зайдет. Нет, Гидрайт, вот это бомбануло сейчас у Эллисон до минус 3 в этом раунде. Да, и причем
Все смог. Гранаты. Нет, одного взорвал. Ангела. Да, взорвал гранаты и Форест надамажил, ну а с двумя разобрался с помощью Макс-7. Ну и, в общем-то, шведы выиграли. Важный раунд для них. Он дает им экономику, немного уверенности в себе, 4 диффуза. Вот сейчас будет раунд очень интересный. Именно от шведской команды, потому что будет, скорее всего, какая-то агрессивная раскидка наглая. И я даже не знаю. Так. Так, нет, первый так... минус на коврах. Фифларен разбирается с Доси. Доси попытался два раза дым. Ну да, ближний дом играют НИП. Снова повторяются в раунде. На этот раз, правда, Ангел решил сразу наказать Гидрайта. Но вот реакция, опять-таки, Элисунда не подвела. Маркелова не хочет выпускать с дома Гидрайт. Знает о том, что там двое, возможно, даже трое. И действия команды НИП здесь логично. Они все еще стоят на позициях. Перестраиваются под закрытый деф. Вапл Интекзист готов убегать с Б, чтобы помочь выходу. И вот теперь точно все, сорвали Экзиста. Сорвали Экзиста минусом против Фореста. Нужно разыграть гибко с плентом. 20 готовы заходить на малый Хадрен. От него зависит все в пленте. И он не чекает точку. Нет, увидел Гидрайта, тот ложается. Штуки! Хадрен забирает Гидрайта, но с Фифларом расправиться не сумел. Ну, вот пока Фифлар на себя отвлекал внимание, Кучер не обратил внимания на малый, где уже два игрока шведской пятерки. Из шведской пятерки просто зашли спокойно в наглую и даже не получили никакого сопротивления. 2 в 0 заканчивается раунд, двойка выживает. Экзист плюс Фифларен. Вот, слушайте, Фифларен сейчас вообще на 5 баллов отсидел в песках. Давно я такого от него не видел, чтобы он так играл. Реально собран, собран, вот заметно в игре. Обычно он, когда что-то происходит, тоже выходит, гибнет, а тут выдержал паузу и заставил оппонента выйти на себя. Но быстрая хелпа шведов была, и это факт, этот факт, который, с которым HellRaisers просто не смогли поспорить, побороться, играя вот против закрытого DFNA. Ну что ж, проиграв 2 оружейных раунда, команда HellRaisers вынуждена сливать. Нет денег в экономике и будут проводить экономически. На коврах Фифларен. Ну первый минус. Слушай, мне нравится, как шведы играют дом. Очень продуктивно. Вот два раунда подряд разыгрывали близко, и эти два раунда ушли в копилку к ним. Я бы вообще вот проанализировал действия HellRaisers в атаке. Разве вчера точно так же играли против пиков? По-моему, что-то поменялось. Не-не-не, не так же играли. Слишком медленно, слишком аккуратно, слишком прагматично как-то играют HellRaisers. Пытаются до верного доводить свои задумки. Ну и вот пока работают они 50 на 50. Знаешь, вот с киками там был элемент непредсказуемости. Здесь же не... НИП сильны, но HellRaisers знают, как играют НИП. Поэтому все в их руках. Кучер убирает самую, наверное, грубую позицию на точке. И Ашер получает шанс на установку бомбы в пленте, но выбиванию не миновать. Есть девайс у Кучера. Если Эмиль сейчас пропрется, то будут фраги. Будут. Самое главное не отдать двадцатку. Куда забегает самый опасный? Гидрайт, Фрайберг. Также вместе с ним на размене. Знают то, что девайс есть в песках. Пытаются деморализировать Кучера. Закидывают вот флешки. Кучеру надо сыграть. Ой-ой-ой. О, он как... играет, забирает Гидрайта. Это все флешки. Это все флешки с плента. Его тиммейтов видит Фриберга. Тот заходит на 20. Кучер! Спрей! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же жестко. Маркелов исправляет ошибку тиммейта. Экзист 1-1 против Маркелова. Егор! Есть! 7 пуль остается у Марика в запасе. Еще и этот раунд на этой бомбе разыгрывается. Вот вам... чешкой в руках. У Егора просто рука не дрогнула, и он взял... А как это, слушай... это раунд для своей команды. Если есть чешки в кейсе, давай называть, не знаю, балетки, что-то как-то так вот можно. Какой-то другой девайс. Ну, найти какой-то девайс и обозвать его. Можно назвать Фифларна, обозвать балетка. Балетка. Не, балерина. Балерун. Балерун, да. Балерун команды НИП. Да не, это шутки, друзья, мы никого не троллим, просто как-то пытаемся разрядить атмосферу. А то да, у Юры сейчас бомбанет пукан, когда вот Ашер на раунд не возьмет, я и все. Абсолютно хладнокровен, Дося в коврах забирает Гидрайт. О, Доська! Вот вчера играли ребята из Кик также в атаке. И да, вот точно такие так же прошили. Точно так же прошили. Здесь уже на Верочку. Ну и правда... посмотри, за считанные секунды HellRaisers теряют все свое преимущество. Форест на коврах, забирает Маркелова и расправляется с Ангелом. Но это есть позиция... еще красный Дося. Позиция балкона. Кстати, не первый раз замечаю, что команда, которая выходит с ковров, всегда смотрит плент. И второй выходящий никогда не смотрит почему-то на балкон. Так. Адрен, отличный минус. Вот отличный это уже минус. Интереснее. Ну и теперь надо разобраться с деревяшкой. Деревяшка чрезвычайно опасна. Деревяшку сейчас убьют с дома, наверное, если... Ой-ой-ой, Дося! Ой, Доська! Ну, Дося здесь тайминг не словил, но тем не менее 2 в 2 остается команда. Адрен может сейчас законтрить Фореста. И да, есть минус. Игра против захода на кафель. Фрайберг. Флешка в лицо, сразу Спича. 2, и Кучер слепой забирает Фрайберга, счет 7-3, у NIP будет экономический. Слушай, да, действительно, слепой стрелял, но он его, слава богу, сначала увидел, прежде чем ослепнуть, и вроде бы Казах все неплохо закончилось. Казах просто пытался сделать максимум.
перед смертью выбросил флешку, которая ослепила двоих, и Кучеру повезло в этой ситуации немножко больше. Ну и смотри, раунды прошли, и у Hellraisers уже есть два, это в принципе... Кстати, посмотри, два подряд. Один, два, да, по два меняются, и сейчас по факту как бы шведов очередь, но у них пистолеты в руках. Ну вот теперь нельзя Hellraisers проиграть эко-раунд. Надо сыграть очень аккуратно, очень прагматично, как это делали парни до этого момента. Им вообще нельзя, если вот быть точным, то им просто нельзя проигрывать. Вообще ничего уже делать нельзя, кроме того, как выигрывать все оставшиеся матчи. Ну да, ну вот этот матч еще ладно, но представьте, что... Что будет с французами? Что будет вот с французами? Действительно, NIP еще более-менее удобная команда именно для Hellraisers. А вот Титан, Клан Мистик, LDLC, что делать с ними? Там же вообще будет... Ой-ой-ой, ну, какой замесище. Ну ладно, Клан Мистик. Ладно, Клан Мистик, там Кеннис через раз попадающий. А вот что делать с Кьоли и его чудо-стрельбой? Что делать с Шоксом? Знаешь, что делать с Кьоли и его чудо-стрельбой? Помочь ему поставить интернет с пингом 5, как на лане, и тогда Кьоли не будет попадать. Просто привести его на ван в арену. Не хочешь? Да не, на самом деле я общался по поводу него с игроками Hellraisers и Na'Vi. И вот Ашеры все сказали, что он на самом деле очень жестко играет. Реально жестко играет. То, что у него там в Катовице не пошло, это типа там тип себя как-то чувствовал плохо, что-то вроде этого. Ну то есть там реально... Была адекватная причина. Да, потому что играли они несколько раз со всеми, Кьёли там просто отвешивал. Так, ну что, смотри, вот на бомбе против пистолетов не все берется спокойно. Форест вообще куда-то в дом убежал. В шоке, там весь респаун обошел. Думал, сейчас халяву какую-то найдет. И у него чешка называется Виктория. Чешка Виктория, ник деревяшка, вообще жесть, не знаю. For the victory. Да, Форест. Форест, конечно. Ну, стрелка с Маркеловым, и никакой Виктории не намечается. 8-3. Hellraisers становятся победителями первой половины уже однозначно. Осталось только выяснить, с каким именно счетом они ее выиграют. Конечно, было бы хорошо сыграть точно так же, как и против киков. 12-3 в атаке просто шикарно. Пистолетный раунд в защите, и тогда первые невероятно важнейшие 3 очка будут на счету команды Hellraisers. Но это еще все только впереди. До этого еще надо дожить, да, действительно, потому что шведы во второй половине могут показывать безумные АКМы. Но мы знаем то, что вот Адам Фрифрайберг может очень сурово казнить ребята за шер, он любит это делать. И сейчас, кстати, у него один из тех моментов, когда стоит попытаться отыграть. Но здесь прогрен на Верочку сразу. Ну все, демки смотрели, знают позиции, Фрайберг уже просто взорванный. Ангел заходит с чеком, с тачки, и все, минус Фрайберг, без шансов просто. Гзиз пытается принимать, но с Адреном не справляется. Есть третий гидрайд, который забирает Адрен, забрасывает дугу, и Hellraisers думают, что делать. Пойдут валять колобах гидрайту. Да, посмотри, они решили то, что замочить гидрайта будет быстрее и легче, чем выйти в фифлар на Фореста. Форест, кстати, в этой игре пока совсем ни о чем. 5 на 10, не проснулся Линдер, гидрайт прячется в церкви. Hellraisers не торопится, 49 секунд есть у команды. Из ада, я говорил, а не из ада. И они заходят. Смотри, Кучер прошел бомбу. Да, пронес бомбу, все, уже на шашлыке. Залетает Молотов на... Да, Фифларен уже, кстати, на хелпе. Гитрайт не будет принимать в одиночку троих игроков команды Hellraisers. Дождется хелпу тиммейтов и уже тогда попробует неплохо оформить выбивание бэплента. Ну где же тот гидрайт, которому не цикать на? Тут цикать на Кучер! Не дает мастить гидрайту. Кучерок! Ну все, Кучер собрался просто. Я уверен. Все, Кучер теперь Б3. Церковь заходит, хелпу видел. Ну, позиции у команды Hellraisers просто шикарные для принятия двух игроков. Фифларен начинает свое выбивание и... Как же так, Дося? Как же так, Дося? Дося остается... Нет, Дося уже не остается. Маркелов. Кучер. Последний хедшот именно от него. Это 9-3. Пока что Hellraisers решили быстро разобраться с ним. Так, другая сторона вопроса в этом матче. НИП уже вышли на лан-финалы. У НИП все хорошо. НИП все понимают. У них все классно, без проблем. И они друзья команды Hellraisers. Которым как бы... То есть ты рассматриваешь теоретически то, что NIP более так снисходительно отнеслись к своему. Ну, с другой стороны, понимаешь? Но это больше на товарищеский матч больше похоже, чем на матч Star-серии. Ну, видно то, что вот НИП пока как-то еще... Не выкладывается, может быть, на максимум. Но, с другой стороны, вот мы видели, как четко действует Hellraisers. Они досконально знают, как играют шведы в защите. Эти грены Фрайбергу под ноги четко шли, контролили первого фифларна. Нет, так был Гзист, который был на хелпе у Фрайберга. И... Точно так же смотрели и знали, что Фрайберг будет сидеть за цементом. Ну смотри, сейчас, по-моему, опять вот залетит на дуге. Да, Фрайберга снова бреют вообще изи. А? Да, кстати.
Ну, это Кик и Маус, это... Вряд ли обыграют, а вот Кик это уже делали. Это делали на карте DDoS 2, но опять-таки это никак не поспособствовало команде Кик в будущем вообще ничем. Чувак, на самом деле Кик это самая стрёмная команда. Вот честно, друзья, на кого вот и против кого не советовал бы ставить, это на команду Кик. Эти парни делают абсолютно полный рандом в Counter-Strike. Да, мы вчера видели весь этот рандом с вами, что тут говорить, как бы, да, куча есть примеров. Могут проиграть без шансов в команде Alternate Attacks, потом забрать у очки у HellRaisers. Точно так же отобрать очки у Непов могут. Да, но прикол в том, что это как бы контрится в любом случае спокойной и уверенной игрой. Ну вот, например, если бы HellRaisers переиграли этот матч сегодня... Ну, сколько бы взяли раундов Кик? Ну, я тоже был за то, что HellRaisers выиграют этот матч. Но ты же видишь... Не, я просто про то, что команда Кик — это никакая не команда. Это просто тег. Это просто тег. Потому что у них нет ни одной убедительной победы вообще. Вот есть матчи, где они реально проперлись, где перлись, а вчера перлись. Вчера была стрельба. Я видел, как залетало. Я же не говорю, что это суперкоманда. Я говорю, что это команда, которая... можно дать второе имя. Это рандом. Ну, да. В этом плане я согласен. То есть они могут проиграть аутсайдеру, но могут обыграть фаворита. У них многое зависит от карты, как бы, да. Очень многое. Ну, и от стиля игры. Вот вчера на Inferno мы все думали, что Dust 2 это будет самая жесткая команда, точнее, карта у команды Ки. Кучер спокойно разбирается с Форестом. Форест словил до этого флешку. И рука. Он еще, да, рука-лицо было. Он еще, он еще видел, он еще пытался прострейфиться, чтобы в дом зайти, но промазал, воткнулся и сразу получился свое. По красоте, короче, сейчас идет игра. Не знаю, они в меньшинстве пытаются что-то думать. По-моему, они, знаешь, после... Ой-ой-ой, как Фрайберг получает прострел Матангела. Это верняк, ребята, это просто верняк. Такое ощущение, что лучики подрубили. Но это вряд ли. Так, выход Б, там один Гзист. Или кто ты, кто ты? Да, и Гзисту Gzist. Никто не спешит на помощь. Гзист. Постарается разобраться с ангелом, но Кирилл сегодня просто бесподобен. 19 на 7 статистика ангела просто разрывает. Адрон 14 на 9, остальные пока учатся играть в КС и приседают. Так, ну вот уже Б занят, Фифларен, смотри, стоит на зилке, думает то, что... Ну, задача HellRaisers на этот раунд — не дать засейвить девайсы команде Миф. Так, ангел спалил то, что за зилком Фифларен, залетает колпа сразу, минус Фиф, все. И теперь надо забрать Гитрайта. Гитрайт будет бороться. Так, забирает Десяна. Так, Маркелов должен пойти за ним. Или кто был на 15? Кучер на 15. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть же. 11-3. Кучер увольняет еще и Гитрайта. Ну, по-моему, последняя половина, раунд последней половины уже будет так себе для шведов по закупу. Слушай, не знаю, не похоже. Они, по-моему, просто в шоке после вот серии с... Где тут? Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну вот где-то на 11-м раунде они уже начали просто не понимать, что происходит. Потому что Фрайберга взрывают и простреливают на Верочку. Прифайр, в дым, гранаты под ноги, идеальные гранаты. Да-да-да, когда он сел за райт и думал, то, что все будет нормально, две залетает, чувак просто сидит и понимает, то, что... На самом деле, что надо? Надо просто изучить все игры на карте Inferno команды NiP. Это, наверное, сделали HellRaisers, и вот результат налицо. Дипфунт... Просто без шансов читается. HellRaisers четко понимает, что делают их соперники в каждой из каких-либо ситуаций. И берут раунд за раундом. Ну что ж, медленная подготовка дома. Аташер втроем. Выход на дугу. Пассивный, закрытый. Это будет делать Адрен. На Б-пленте играет один Фрайберг. Здесь укрепляет А. Ну и, в общем, здесь понятно, что на эти HellRaisers не нужно. Все, что нужно, это пойти на Б, задавить Гзиста. Но, тем не менее, идут. Хотя Маркелова и Досю это не смущает. Ну, вот такое вот просто изнасилование команды НИП на 5 сегодня у нас происходит. Я не узнаю шведов. Гидрай также получает спрей от Марика просто и все в тело. Без потерь. И Фрайберг, такой: парни, вы что мне делать? Бежит, встречает Досю. При этом остается красный у команды HellRaisers. На последний раунд есть... Также красных два игрока, но ситуация 4 в 1. У Фрайберга всего лишь 23% здоровья. М4, А4 в руках и ни одной гранаты. Нет, флешечка есть все-таки. Ну и что же придумает Фрайберг? Ну, Фрайберг ничего не придумает, просто выйдет из библиотеки и сдохнет. И фрифайр в дым от Маркелова, 12-3. Форест пишет ГХ, 5 на 13, 5 на 13, ай-яй-яй. Линдберг, как ты мог так низко пасть? Вот я от него ожидал в этой игре какой-то принципиальной борьбы. Ну, по-моему, просто HellRaisers надо реально попасть на эти ланы, сыграть со шведами. Может, надо... Форест залепил? Не знаю. Если Форест залепил, то... Хотя, может быть. Там же есть у них какая-то шведоконтора, которая принимает... Ты CSGO Lounge ставишь 100 баксов на команду HellRaisers, получаешь 300. А ты не можешь поставить на CSGO Lounge деньги реальные, потому 100 что... баксов value, я имею в виду. Ну, это не так себе. Ну, как так себе? Ну, что ты будешь потом делать с этими девайсами? Ходить в 8 В на распродажу? Или покупаешь там... себе царский нож. Царский нож. И сидишь...
Ладно, смотри, 11 секунд остается до начала второй половины. Я не знаю, как сейчас HellRaisers будут играть, но если они не берут пистолет на раунд, то они вполне по силам сделать камбэк. Это все еще одна из лучших команд на этой планете. Это вообще самая стабильная команда, по-моему, в CSGO. С момента начала движения CSGO сцены, с первого турнира по CSGO, это самая стабильная команда, так-то, если посудить. Я помню, когда они шли 87-0 до приезда в Киев. Это было просто феноменально. Я тогда думал, что Непов просто не остановить, но это сделала команда Virtus.pro. Это там, да. От Доси просто... Нет, вот на Инферно от Доси не убежишь. Это, знаешь, такая тема еще с 2009 года. Крутится у всех в головах. Ну, кто следил за КСом за 1.6, это знают. Так, Марик дает смок сейчас на ковры и будет пытаться принимать именно с дымом. Ну что Непы, же. И посмотри, зачитали пистолетку и не... Вот Марик такой смок дал четкий. Но на него очень жестко вышел Гидрайт, врубает. Доси минус, Фрайберг. Давят тюрьму. Ну, Доси забрали ситуацию. 2 в 4, Кучер борется на планете, падает, живых только Ангел, один против троих. Но нет позиции на песках у шведов, есть шанс убить Гзиста и разобраться с Форестом. Так, Ангел забирает первого, есть еще красный Гзист. Но это будет, наверное, нормальный клатч, но Гзист будет прятаться до последнего момента, и вот она тюрьма. Ну все, одну позицию Карасик знает, знает вторую, и теперь надо просто попасть по голове. Но ну, тут просто контрит сразу его за зелком, знают, он открыт для двух точек, и ничего не смог сделать Ангел, но тем не менее забрал 100 хипового Фореста и показал уверенную стрельбу. 12-4. Шведы будут отыгрывать очки. Сейчас самое главное, вот пистики, пистики. Ну, да, не получилось изи катки. Если бы взяли пистолет на раунд HellRaisers во второй половине, было бы все просто шикарно. Пистолетка за ними, два экономических, это 15 уже. Ну, а вот один раунд, я думаю, парни бы уже точно взяли без проблем. Но пистолетку не взяли, и теперь надо брать 4. 4 оружейных раунда. Ну, они очень жестко сыграли в пистолетном на ноге, поэтому еще пока непонятно, будет ли здесь от них уверенные действия или нет. Но мне кажется, что к первому девайсному шведы могут разыграться и реально устроить в атаке то же самое, что устроили HellRaisers. Хотя шведам для этого даже демки смотреть не нужно. Они Инферно играли вроде всегда более-менее. Но окей. Так, Фифларен, вольный боец, идет чекать 20 вместе с Форестом. Кстати, HellRaisers точно так же, как и Непы, закупились во втором раунде. Арморы, пистолеты, 3 5-7 и 2 чешки у Ангела и Кучерка. Ну что ж, Егор Маркелов один будет принимать двадцатку. У Марика и Кучера чешечки. Так, смотри, ну перетяжка на плент, 2 игрока, правда, здесь всего... Не проходит с 15. Маркелов уже пропустил 20. Форест играет от зелка, прыгают ковры. Ну и все, Марик здесь загонит или нет? Да, загоняет Линдберга, но 15 заходит. Надо Вот надо было выходить из плента сейчас, чтобы забирать девайс на 20-ке, но из-за того, что укрепили Б и думали, то, что это будет перетяжка на Б, проиграли эту перестрелку. Ну, все видели, шведы ввели в заблуждение, прошли сами 15. И, естественно, Марик здесь с Кучером просто были не способны справиться. 12-5. Разница... потихонечку в счете сокращается и попахивает здесь чем-то нехорошим. Кстати, скорее всего, точно так же все и происходило во вчерашнем матче против Киков на карте Инферно. Точно так же HellRaisers проиграли со счетом 12-3, точно так же взяли пистолет на раунд и точно так же начали камбэк. Yes? Да. Or not? Да, да. Но там была вторая половина. Здесь, конечно, ну там, понимаешь, там другой темп игры был даже, наверное, если так посмотреть. Я сомневаюсь, вот я, конечно, знаю, что шведам по силам, но... Я тоже так посмотрю одним глазком, но видел действительно более динамичный Counter-Strike, в первую очередь от Kick. Там опять же рандом был именно, потому что они были непредсказуемы. То 3B, то там на мидл, то еще что-то, куда-то, да-да-да. То там постоянно игрок в спине, при том, что они понимали то, что они играют на удачу. Им реально вчера везло, а сегодня такой игры мы не увидим. Просто НИП это, во-первых, не такая команда, как Kick, которая просто не посмеет играть на риск. И на перспективу. А так, вот остальные и посмотри, что происходит на карте. НИП идут на аплент. У HellRaisers все четко. На самом деле не все правильно делают. Молодцы, им туда и надо. Да, им туда и надо. Здесь сидит команда HellRaisers и готова их принимать. Но пока не очень хорошо начинается раунд. Падает Ангел. Что будет дальше? Занимают большие пески. Сейчас будет Адрен зажигать просто. Первый, второй, Казах. Хорош, девайс взял. Давай, с Галила дави. Ой-ой-ой, пунте, Маркелов, есть первый минус, красный Гзист и 38% у Гитрайта, 2-3 ситуация, 25 секунд, бомба ставится на пунте. Бомба при том, что стоит дефолт, есть шанс уйти на 20, но Гзист боится 20-ки, так как красный, и HellRaisers выходит в пуш плента, Гзист сидит, ждет на ноге, Адрен минус, Гзист. Остается Эллисунд один с бизоном и видит плента, ай-яй-яй, уходит на 20-ку, и вот эта бомба уже не для Доси. Эта бомба не для Доси. Он понимает, что здесь надо дергать. Дефьюзов нету. И шанс был только
Если парни бы рискнули убить Гидрайта, Гидрайт знает то, что нет диффуза, выходит на ноге, и Досе просто убегает. Не хватает, да. Знал, что нет диффуза, и вот Досе просто-напросто банально не хватает времени, чтобы... Ну, видно, что расстроился, еще застрелил курицу по пути на респаун, но, тем не менее, девайс засейвил. По-моему, это блестящий раунд от HellRaisers, с учетом того, что они зачитали игру шведов и угадали направление атаки, укрепив А. Но они сами, по-моему, были не готовы к такому, и по факту должны были принимать, но вот то, что... Думают пока 50-50, и это видно. Собранности не показали при приеме. Ладно, сейчас девайсный раунд и самый важный для HellRaisers. Обидно, конечно же, что вот при том, что парни планируют брать эко-раунд, надо, чтобы были хотя бы одни диффузы на команду. И этих диффузов именно и не хватило. Так, есть 2 минуты. Тазрайна забирает Фраберга. Ангел роняет Гзиста. 3 в 5. Начинается первый оружейный раунд для команды HellRaisers. И это очень хорошо. Очень хорошо. Так, ну что ж, дуга будет поджиматься дальше. Так, Адрен остается там с дымом, должен был, да. Остается со вторым смоком, чтобы продлить, и будут держать шведов под напряжением. Шведы, кстати, в шоке. Они сейчас, по-моему, будут разыгрывать также на фраг, но с учетом того, что их трое, у них уже все плохо. Так, Форест. Изоляция 20. Надо попытаться как-то сейчас убить 15 или 20-ку, и шведы это понимают. Отправляют Гитрайт играть на коврах, но на планете, посмотрите, 4 в 3. 4 в 3 на плынте. Адрен играет с тачки на чек. Он первый видит оппонента, оппонент не видит его. И после этого, естественно, сразу... Так, Форест. Так. Все, убили 15. Все по плану у шведов. Сейчас должен Гидрайт остаться на точке. И Форест будет перетягиваться, чтобы чекать дугу. Вместе с Фифлардом на размене Адрен мог поджать. И вот сейчас, если Адрен... Ну, Адрену надо играть аккуратно. Отходит. Он это он видел. Он либо чекнул, либо у него шестое чувство. Ну, вот, кстати, вот я тоже не знаю. А, это Марик... какая-то суперпозиция. Марик забежал в мидл. В итоге умер Гидрайт. Обходит с 15. Качнули в последний момент команду HellRaisers. Смерть Доси. Дося, как так? Задевался на главке. 5-3 превращается 1 в 3. Адрен против троих игроков команды НИП. Короче, HellRaisers просто затупили, отправили Марика в мидл. Он начал аркадить их, думая, что заходит в спину. Но то, что остался Гидрайт, не знал никто. Ни Доси, ни Маркелов. И в итоге, как Доси там задымил 20-ку, не посмотрел на 15, непонятно. HellRaisers дарят раунд команде Швеции, и это 7-12. Боже, какой провал. Просто хладнокровно оставаться на позициях и давать заходить. Пускай заходят 3 в 5. Кучер первый, кто упал. Дальше просто появилась дырка для команды NIP, и вот теперь эти парни и воспользовались. ХП Адрен, 84. Маркелов сдал. Too much. Беги меня и убивай мой сейв, говорит Адрен, но шведы не бегут, шведы бегут на респаун. Короче, раунд взяли, 12-7. Вот теперь проблема для HellRaisers, экономика начинает поддаваться контролю и вообще изи чтению для шведской команды. Они теперь могут придумать массу просто заготовок. Если они у них есть, то они их, я думаю, покажут. Еще один экономический для HellRaisers с одним засейвленным кольтом. Вот Адрена, ну и что же придумают парни? 4-1-Б без классики и без аркады. Ангел останется. Ну вот по традиции, как вчера вот в ковры летал Эсма, точно так же отправляют Адрена. Только Адрен будет играть более-менее пассивно и остается на бортике на выходящего игрока. Ну, не самое лучшее применение заставленному кольту, но это решение команды Ашер. Гидрайт боится раньше минут 15 заходить в дом, но вот пока его тиммейт в балкон не зашел. Ой, ну когда Тёмочка под флешечку, это уже показатель того, что шведы реально боятся пистолетов команды HellRaisers. Ну реально, но зато все прочекали, Ашер играли, в принципе, так же осторожно в атаке, так что пока 50 на 50. Ну и есть шансы на самом деле, да, принять. Опять-таки же на карте видно, что вчетвером на пленте находится HellRaisers, и именно сюда придет команда НИП. Ой-ой-ой, Адрен! Спалили Адрена, но он сейчас закроет Гидрайт смоком. Ну тут не поверили, то, да, что на точке смотри, пусто. Уходят, да, уходят, да, да, на Б. HellRaisers точно так же читают эту ситуацию. Просто идеальная читка соперников. А прикол в том, что если бы кто-то должен был выходить, он бы вышел. Но они Досю с Маркеллом оставляют. Теперь 2Б. Ну, там на самом-то деле достаточно Адрена с девайсом. Шведы начинают раскидку. Казах врывается на кафель, не убивает никого. Да, теперь слишком рано. Вперед Ангел. Ангел также не справляется со своим пистолетом. Фрайберг. Есть первый минус в этом раунде для Непов. И БПВМ взяли под свой контроль. Ну и все. Ну, сейчас надо попробовать хотя бы просто на девайса отрезать шведскую команду, если они попробуют с этой бомбы вообще уйти.
Да, понимает HellRaisers, то, что прикол в этом, Марик Дойси идут чекать спину, потому что, может быть, спине. Но шведы были более чем прямолинейны. Гидрайт уже в тонусе, готов зайти на КТ и раздать. Ой-ой-ой-ой. Как же так, казах отдали просто на ровном месте. Гидрайт здесь просто разбирается, на ура, еще зачекали церковь, пусто. Вот хотели вроде бы отрезать и отнять девайса, а получилось все наоборот, ирония судьбы или... CSGO или по-русски. С легким паром, да? Или CSGO по-русски просто, я не знаю, как еще это назвать. Егор Маркелов, 5-7, и это будет минус 2, нет? Ну, минус 2, в общем-то, дали. Минус еще один надо, ай-яй-яй. Да, попадает по голове, нет. Ну, Гидрайт умер, и это уже хорошо. 8-12, 4 раунда разницы, HellRaisers будут играть сейчас один из девайсных раундов. Кстати, у них 2 девайсных подряд должно получаться, как я понимаю. Ну, вот сейчас они скупаются в ноль, следующие они все равно могут закупаться. Ну, кстати, в но принципе, это рисково. Да, будет такой жиденький бай, но ну, в принципе сделать можно, сделать да, можно, можно, но опять-таки нет АВП, где снайперы, где Марик, где игра на главке наглая. Фрайберг пытается загнать дугу, Ангел должен прикрыть, но флешки и ой-ой-ой, контр атакуют HellRaisers. Ну, пока один в одного, но по хелсбарам еще просел Адрен. Вот она проблема. Слушай, HellRaisers очень четко сейчас сыграли выпад на дуге, контратаковали моментально на агрессию соперника. И... Но для шведов это как просто, не знаю, приглашение на голубой огонек. Заходите ко мне на бой, я вас жду, говорит Адрен. Шведы думают, согласиться или шведы нет. Шведы пойдут. Шведы такие, что пойдут. Ну, у шведов просто нет выбора. Либо сейчас тратить время, идти чекать главку, и пока дойдут, да, сдохнут по частям, потому что может быть аркада на втором медле, либо чуть-чуть подождать аркады в спину, раскидать Б и зайти в одного Адрена. HellRaisers, кстати, об этом даже не думают. Так, а вот... пошла раскидка Б пунта. А что придумает казах? Казаху надо просто чудо. Очень... Есть первое. Забирает Гетрайта. Фифлар, ну, не попадает сильно. Всего лишь 23% забирает. У Фифлуча 3 в 3. Бэплен занимает команда NIP, и HellRaisers будут выбивать. Ну, знаешь, ситуационный раунд от команды NIP. Сразу видно то, что... Сразу видно то, что они слушаются ситуации, повинуются ситуации полностью. Если был поджим, все было бы, конечно, иначе. Хае Б3 бомбит у Гзиста. Есть шансы на выбивание. По крайней мере, неплохие. Еще есть две флешки. Хае. Ну, как стоят типы? И Маркелов. Ну, надо еще гранату туда какую-то запилить. Где там вообще? Есть она? Кучер, Кучер, проснись. Где граната? Кучер просто пушит Гзист. Как так? Маркелов контролировал выходящего Гзиста, но не Форест. Получилось. Ну, это жесть. Это жесть. Ну, ты Кучера прав, еще... Игорек. У Кучера еще граната была. Ее надо было закидывать сначала за Б3, кидать туда флешку, а потом уже идти и добивать все вместе. Они решили снова все сыграть в каких-то там, не знаю, героев, забегаю и убиваю. В итоге, что у нас получается? 12-3 первую половину выиграли HellRaisers. Ну и вот и он тухлый бай, 6, тухлый бай. 6-0 в пользу команды NIP за сторону атаки. Ну все, Б3 поджим и Фрайберг ждет. Фрайберг ждет. Дымы, молотовы, вообще все, что можно. Фрайберг дает инфу, то, что HellRaisers зажали Б. Дом, кстати, будет, по-моему, заниматься у шведов также, да, под прикрытием Фореста. Ну и попытки отстрела дуги шведам результата никакого не дали. Адрен оставляет одного и снова 4А у HellRaisers. Но если в этом раунде не размочить счет, то, по-моему, у шведов просто аура удачи возрастет вдвое, и они будут продолжать играть непонятно. Кстати, Кик вчера тоже очень много ситуационных раундов в атаке показали. От этого и такой рандом получился в их исполнении. Вот не в том раунде отыграли, по-моему, вообще уникально. Обычно такая команда теряет время, идет чекать второй мид, но эти парни были уверены, что их никто не зааркадил. Так, ну что же, в очередной раз NIP будут атаковать Upland. Дося будет принимать, вот от него, наверное, посмотреть будет самое удобное. И как здесь загорелись пески, с плунтом не справляется Кучер. Ну, Кучер практически забрал двоих, но ой, тюрьма, двоих на тюрьме, больших песках, не Фрайберга. Видит. Ой-ой-ой, вовремя забирает Кирилл. Ну. Есть еще второй игрок в больших песках, Ангел, Пунте, мансует Дося, тем временем забирает Форса, 2 в 3 в преимуществе, HellRaisers. Ну, здесь пытается мансевать, Гидрайт минус Дося, Адрен помогает, Ангел, с плунта, хедшот Гидрайта, 13-9, блестящий прием в численном преимуществе. И это... Первый раунд в защите да. для команды HellRaisers. Первый раунд. Ого-го. Ого-го. А вот теперь надо закрепить успех. Проиграв в этот раунд, HellRaisers лишаются экономики, и, скорее всего, это позволит Непам Гидрайт дал сравнять 1000... счет в этом матче. Гидрайт дал 1200 демейджа в том раунде. Вот такой вот. Ты... Нет, вот не 1200, одном... а всего, походу. Это, да, общий демейдж. Total damage deal, да. 1200, это 12 человек надо было прибить. Давай посмотрим, что там у Гидрайта получается по... Где там он? Ой-ой-ой, какие проблемки на банане. Фрайберг забирает Адрена. Забирает Ангела.
минус ангел Дося на Б-пленте. Ну тут как... уже хелпа пришла, кучер, тут два игрока защиты на Б, есть шансы все равно принять, Дося прогоняет Фрайберга. И НИП не атакуют, понимая то, что, скорее всего, сейчас... Да, быстрый выход на главочку. Маркелов забирает форса. Маркелов. Отлично! Маркелов! Читает Гидрайта, прячется от него за столбом. 33 хп, его могут запереть с мида. Гидрайт кушает. Ай-яй-яй. Хедшот 2 в 2. Но ты посмотри, Маркелов просто вытянул сейчас шанс. Один на миллион был, что здесь это произойдет. И это произошло. Вот самое главное, чтобы кучера прикрыли в пленте. Дося 1 на 1 против Гзиста. Чудом просто успел вырубить... Гетрайта. Гзист сразу же разменял. Один на один. Дося против Гзиста. Друг друга прошили в дым, попали по чуть-чуть. Так, Гзист хочет обезопасить себя, чтобы не было захода. Неужели там горит? Горит еще, что ли? Ой-ой-ой, половина, да, половина горит, но пройти, в принципе, можно. И Дося остается второй раз в очень опасной ситуации. Он будет играть раунд против... Двадцатки и бомба на дефолте. Это самые тяжелые клатчи. Оппонент бомба, вас просто... кстати, не очень хорошо стоит для Гзиста. Ну почему не очень хорошо? А, нет, да, хорошо. Она хорошо. Вообще нормально стоит для Гзиста. Это тупо такие раунды не отдаются. Здесь просто игрок атаки всегда выходит и дергает тебя. Тебе не задефить, если у тебя нет дыма. У Доси есть одна флешка, а дыма нет. И бомба предательски ну, Дося пикает. Дося. Ах, вот и все. Да. Ну, опасный клатч после такого удачного приема от Егора Маркелова выглядит реально... Ну, какой-то, я не знаю, вот грязным пятном в чистой луже. Сами себе не подыграли HellRaisers, а от этого пострадали куда больше. 13-10, и шведы уже в зоне того счета, где матчи у таких парней не отдаются, играются до последнего. Теряют экономику Ашер. Попробуют сейчас с пистолетами. Ну, а вот теперь и ответы на ответить. Все поставленные вопросы. По поводу того, друзья ли там и дружеские отношения, что НИПы могли уступить команде HellRaisers. Такой не, вот, ну... казалось бы, важный для Ашеров матч. А, ну и видим, что на самом деле тут беспринципиальная борьба. Нет, ну НИП могут... Точнее, принципиальная борьба. Ну, борьба, конечно, принципиальная во второй половине. Но в первой ее такой не было. Поэтому, может, они просто здесь пытаются отыграть, насколько хватит. Но в любом случае... У Ашер все еще есть хорошие шансы на то, чтобы выиграть эту встречу и не париться по поводу выхода на лан-финалы. Так, отдушили Фрайберга. Маркелов последний на Б, его форс ждет. И минус 13-11. Эко заканчивается. Смотрим экономику команды Ашер. Им нужно АВП по-любому. Им его не хватает. Им нужно оставлять на мало хавик в любом случае, потому что Гидрайт с ковров уже одолел. Если в центре разбирается Маркелов, то ковры пока что остаются без прикрытия. Гидрайт уже несколько раундов подряд оттуда создавал... нереальную диверсию. Так. Ну, тут, как видим, бая с авиком нет. Ну, было одного игрока на бай с авиком, но без армора бы остался. 3Б. Да, опять-таки же укрепление Б-плента и попытка занять банан. У команды HellRaisers есть первый минус. Кучер забирает Фрайберга. Это всегда хорошо. Open фраг. Это просто шикарно. Но такое уже было. Даже два фрага делали Ашеры, но при этом раунд проиграли. Поэтому расслабляться рано. Ну вот зачем рискуют HellRaisers? Дося заходит просто в дым. И вот посмотри на Гидрайта, на ковры. Сейчас на него опять никто не смотрит. Ну, тут Кучер, конечно, ждет. Они с Маркеловым вдвоем играют пассивку на больших песках, чтобы двадцатка не прошла. Но тот же Элисон сейчас может выйти и выйти в нужный момент. Вот в этом вся соль в этом раунде. Этого раунда. Так, Адрен сейчас должен будет зачекать дугу. Увидит пиксель или нет. Смотрим. Да, понял, что Гзис там, скорее всего. Гзис пытался простреливать. Будут пытаться загонять два планта сразу, но Адрен не уходит с дуги, остается ждать Гзиста, который играет в чек. Так, Фларен, вот Форест готовы выйти 20. Интересная позиция у Адрена. Прочекает ли ее Гзист? Ну, есть у меня сомнения, но... Ой, отличный тайминг ловит Адрен, забирает Гзиста. Ну все, надо выходить, а не ПАМ, они это понимают, у них уже шанса. 27 секунд до конца, NIP будут заходить на плент, и теперь HellRaisers готовы. Ой-ой-ой, контр-выпад, как Элисун. Так, Маркелов даже не заметил Элисунда. Там флешки были. Было две флешки, залетело, был кучер белый и отходил. И Маркелов сразу словил бледного. Просто даже... Я смотрел за Мариком, он не словил флешку. Он просто не увидел. Ну вот, если не увидел, это уже плохо. Фифларен. Какой префайршот от Фифларена забирает ангел Адрен минус Форест. 1 на 1, опять-таки же ситуация. До этого момента квачи выигрывали НИПы. Настал, наверное, вот уже надо. Надо HellRaisers выиграть этот квач. И Адрен берет его. Фифларен, слава богу, остался играть на пленте. Ушел на сигарету, хотел взять на голову. Но Адрен зачитал его позицию. 6% здоровья. Ух. Это реально фарт. По-другому не назовешь. 14-11. Вот... Это
не знаю, глоток свежего воздуха HellRaisers. На самом деле справедливость восторжествовала. Сколько вот таких обидных матчей проиграли HellRaisers во второй половине. Стоит вспомнить Экраунд, на котором не успели раздефузить бомбу. Дося 1-1 против Xyzta тоже не успел раздефузить и разобраться с Xyzta. И вот наконец-то Дрен взял этот клатч. 14-11. Два раунда остается до победы команде HellRaisers. Так, Ангел, Адрен, Досев снова втроем на дуге. Фрайберг, Зис на этот раз попытались начать с префайров, но смог их испугал. Шведы сейчас идут на... Слушай, они могут сейчас просто снова загнать двадцатку. Марик сложал в двух раундах, и они, наверное, попробуют сейчас через него снова пройти. Кучер стягивается, Ангел стягивается, Досев стягивается. И... но поздно. 23 заходит. Марика изолирует снова дымом. И... Кучер, Кучер минус забирает Фифуарена. Маркелов минус на коврах, убирает Эллисон, до диверсии Кучер не будет. Пунте, забирает бомб Кэрри, Фрайберг мстит, но попадает в перекрестный огонь. Форест поддерживает его 2 в 2 размена, но большие проблемы по ХП. Ангел не стреляет, когда видит Линдберга, это провал! Это провал! Подожди, еще не все потеряно, есть Адрен, да, есть тут, красный Фрайберг. Тут выпад под флешку просто, и от Фореста уже никто не уйдет. Вот Ангел то, что не убил... Ты видел? Ты видел, что было? Форест встал, смотри куда. Форест встал вот на эту позицию, за столбом. И Ангел не понимал, откуда летит. Там ему вообще эпик момент был. Одну пулю надо было нажать. Просто Ангел стоял и не знал, что делать. Там, я тебе говорю, эпик момент. Фифуарен был, я не знаю, какой-то марионеткой, которую запустил Форест. И эта марионетка привлекла на себя внимание. Так же повезло Форесту, что Дося оставил всего лишь 2% здоровья. Ну вот здесь опять-таки же баланс, наверное, восстановлен. И удача улыбнулась только что команде Ник. Да тут ошибка Ашер больше, чем там удача какая-то Фореста. Дося должен был забирать Фифуарена, и тогда в ситуации один против троих Форест бы вряд ли что-то придумал такого. А вот когда был Фифуарен в пунте с двумя хитами, вот это позволило Форесту создать комфортную зону и разобраться с командой HellRaisers. Да что Форест, если Ангел 5 секунд стоял, смотрел ему в лицо, смотрел, как он простреливает двадцатку в дым. Вот его можно было убить сразу. Просто сразу. Я не знаю, как так получилось, что он его видит и не стреляет в него. Это вот какой-то экшен. У него нет реакции слона, чтобы вот... В таких моментах просто... Ну, Ангел ждал, ждал, дождался, получил. Вот и все. Все просто. Да. При том, что НИП на самом деле сконцентрированно оставшиеся секунды доиграли, да? Форест занял большие пески, зная это, спокойно накидал флеш, и кадр не смог даже зайти в точку. Невероятно напряженный матч мы с вами наблюдаем. Счет 14-12 у команды HellRaisers. Экономически и денег очень-очень мало. Следующем... Команда HellRaisers получается пока играть в угадай раунд от шведов. Вот все, что можно сказать по... Осталось сыграть прими раунд от шведов, да. И тогда все будет просто шикарно. Итак, есть первый минус, опять-таки же Кучер забирает Фрайберга. Кучер будет ли второй минус? Нет, не справляется с Фифуареном. Ангел. Минус Фифуарен. Так, ой-ой-ой. Ну тут на 2 в 1 разобрались, но Марик уже здесь просто не поможет. Гидрайт прошел спокойно 15, поэтому ждут Маркелова с дуги. У него 32 хп, шансов нету. Вот Б3 сыграл очень плохо на этом выходе шведов, но они потерпели очень плотно. Троих лишились. 13-14, швед наступает на пятки и могут сравнять сейчас счет. HellRaisers надо играть ответ. Просто молниеносный. Нужна ничья. Нужно ее брать первыми и нельзя сдаваться. По-моему, ничья даже не спасает Ашеров. Им надо выигрывать все матчи. Но там еще будет зависеть от того, как Нави свои матчи сыграют, как сыграют Маус свои матчи, LDLC, Нави, французы. У Нави там... с кем матч остался? Я уж не помню. Надо смотреть. Там какие-то простые матчи. Там один матч остался у Нави. И я думаю, там не супер какой-то соперник. Если не ошибаюсь, это, по-моему, команда Alternate Attack. Ну, для Нави... Лучше и важно, чтобы HellRaisers эту игру, соответственно, не выигрывали. Конечно. Сегодня... Потому что это конкурент, да, за выход. Сегодня я уже общался с Зевсом, вот пару минут, когда с ним ММ катали. И это понятно, по-моему, логично. Так, ну и НИП сейчас на грани волнения. На грани плотного волнения. Разыгрывают медленно дом. Снова все через Эллисунда делается. Форест вместе с ним в паре, они отходят. И посмотри, первый раз я вижу такую перетяжку от шведов, то что они покидают полтора без медла, без агрессии на 15 и без каких-либо попыток забрать Марика. Ну вот как только HellRaisers задумали такую затею на апленте, НИПы как будто чувствуют вот напряжение и идут в противоположном направлении. У Ангела граната там сейчас почувствовала плотно. Ладно, Марик остается тусоваться, в общем, на этой подсадке, изучая потолок. А шведы, как видим, готовы сейчас раздать на да, веб-пленте. Под раскидку, мощнейшую раскидку будут заходить шведы на веб-плент, и только Ангел и Адрен могут остановить все это дело.
Ну и шансов у Ангела уже нет, он даже, я не знаю, убивает, убивает первого с Адреном вместе. Да, уронили, при этом не потеряли ни капельки здоровья. Запускаешь шведов на Бэпвен, пытаются забрать как можно больше процентов здоровья. Это получается Форс 50%, Гзиз всего лишь 25-4. Но если сейчас HellRaisers покажут просто феноменальное выбивание с помощью гранат, которые, в принципе... Но феноменального выбивания, нет, да, не гранат. Будет. Их нет с начала раунда, экономика-то была на пределе. Дыму Адрен находит Фореста. Надо задавить, сейчас второй. Да, двойка умирает, 4 в 2 ситуация. Кучер влетает дальше, забирает Гидрайта. В тупке стоят два игрока команды НИП. Первая дается, идут искать Гзиста. Гзист палится и его убивают. Дефьюз бомбы, есть киты, китов нет. Нет дефьюзов у HellRaisers. Это просто как вы могли. Как вы могли? Адрен стоит до последнего на этой бомбе. Это провал. Это провал. Это очередной провал от команды HellRaisers. 3 нераздефуженные бомбы за один сыгранный матч. Это провалиссимо. Ты вспомни, сколько оставалось. Там было 400. У кого-то по-любому были деньги на киты. Это провалиссимо. На самом деле... Вот тут непонятно у HellRaisers, то ли у них обязанности с китами какие-то непонятные, то ли кэп это не контрит. Тема в том, что когда ты играешь такие раунды без, ну, без гранат, ты понимаешь, что принимать будешь на контакте уже в любом случае. Играть будешь до контакта. Твоя задача здесь просто как бы понимать, что вы либо убиваете, либо у вас не будет времени, чтобы хелпа пришла. Здесь хелпа была относительно долгая. Маркелов с Досси аплент не покидали до конца, опасаясь какой-то разводки, хотя... О, сейчас, по-моему, будет Бэп поймана. Нет, Ангел занимает. Ну, это момент истины. 14-14. Кто из команд возьмет ничью в этом матче первый? HellRaisers во второй половине взяли всего лишь 2 раунда. Это очень мало. Нипы взяли 3. Посмотри на дуге. Засада у Ашер плотная. Ну, Адрен сдали, Ангел в упоре. Вот Ангела могут не прочекать, потому что... Чекая всю вторую половину, он эту позицию не использовал. Тут Фрайберг на Верочку выходит. Адрен успеет убежать? Успевает убежать Адрен. Все получается, но Фрайберг злой. Фрайберг заходит. Фрайберг уже на кафеле. Адрену нечего кинуть. Залетает поздние флешки. Встает команда НИП. Фрайберг уже на точке. Начинает рыть просто здесь и без шансов для Адрена. Залетает пуля сразу в лоб. Фрайберг идет дальше. Будет ли минус Кучер? Да, будет минус Кучер. Размен от Доси 4 в 2. Ну и здесь нужно показывать просто нереальную стрельбу, чтобы что-то сделать. Маркелов остается сейвить, ну, в общем, это 15-14 и... Так, а вот Дося будет бороться, Дося! Хочет на лан, 2 в 2, Маркелов, ну, Маркелов... Опять-таки же нет дефузу, нет, дефузы есть у Доси, это хорошо. Ну, Марик, но... Марик просто очень, сейчас очень долго стоял на... Ну, было, да, действительно спорное решение, 4 в 2 идти, выбивать не по шансам Дося! Хорош, хорош. Красным оставляет... Вот в темке. Ай-яй-яй-яй-яй. Дося красным оставляет Гитрайта. У Гитрайта всего лишь 1% здоровья. Маркелов с ним разбирается, но бомба... бомба взрывается. И 15 раундов у команды HellRaisers не будет. Они падают в шведом. И я могу сказать сейчас, наверное, ну не со 100% уверенностью, но, в общем-то, команда HellRaisers сейчас может просто не пройти на ланы. И это как-то непонятно. Вот там, где надо было выиграть, не выиграли. Но для HellRaisers это опять-таки матч на перспективу. Будут всегда помнить, как на StarLadder проигрывать средним командам. Я думаю, запомнится такое надолго. Так, у ну меня что просто ж. Нет слов. У меня тоже деле. Нет слов. Все очень печально складывается для парней. Ну все, Ашер летанули, пошли пушить. На дуге их собирает Фрайберг. Нет, Ангел забирает. Ну 15-15, еще есть шанс, это тоже результат. Ничья это не поражение, хоть и не победа. 4 в 3. Численное преимущество выбили. Гидрайт. Вот посмотри Маркелова, как использовали. Вот сейчас на 20 подсадили на палатку. Если бы они до этого это делали, то сэкономили бы себе кучу времени просто, чтобы он убивал фейки. Так, ну вот от Марика зависит практически все. В этом моменте Маркелов разменивается, забирает Фореста, при этом падает. При этом ну, Гидрайт и... также выходил с плитом. Вот ну, НИП и... отлично играет в двадцатку. Всегда есть игрок с мидла, всегда Гидрайт вовремя с ковров. Малые Гидрайт, спрей. Вот это на шведская реакция. На дальнем расстоянии просто спрей с АКМ, Ангел падает в живых, только Адрен. И это... Это... Беда. На финальную статистику фоткаю на всякий случай, на последний... На последний момент. Ну и здесь, по-моему, шведы переломным моментом. Да, 16-14. Все, чудо здесь не будет просто... Адрен забирает Гитрайта, борется до последнего казах. Дефузова опять-таки же нет. Фифуарен просто по правую руку. Нет, по левую руку от казаха. Адрен даже, и... Адрен даже не думает, что там может кто-то быть. Ну и это ГГ 16-14. Ниндзя в пижамах выигрывают команду HellRaisers. Мы к вам вернемся с матчем
Альтернейт, ой, Meet Your Makers против Клан Мистик. Это матч бывшего, ну я даже не знаю, как это назвать. В общем, команда Лурда и команда из Франции Клан Мистик сейчас попробуют потягаться. У них добрый там... гейминг, вот так именно называются, да, парни. Да, да, но у нас они в титрах называются мим, вы на это внимание не обращайте. Мы с вами увидимся через несколько минут уже на этой встрече. Оставайтесь с нами и далеко не уходите.